Мы сегодня очень много говорили уже про саммит НАТО, который стартует в Мадриде. Но что предшествовало? Предшествовало, на самом деле, очень важное событие, то, что произошло в Баварских Альпах. Это саммит Большой Семерки. Мы сейчас тоже будем в этой части нашего эфира про это все говорить. И вот война России против Украины стала едва ли не главной темой, которую в течение трех дней обсуждали лидеры стран Большой Семерки. Из главных тезисов, которые можно выделить, Украина и дальше будет получать поддержку, а против России в ближайшее время будут введены новые санкции, и они серьезно ударят по экономике. Какого эффекта стоит ожидать от заявленных намерений в нашем материале? Трехдневный саммит лидеров стран Большой Семерки сопровождают ракетные атаки России по украинским городам. Сначала под удар попали детский сад и жилой дом в Киеве. На следующий день торговый центр в Кременчуге, в котором находилось более 1000 человек. На фоне нового витка агрессии России участники саммита G7 объявили о решительных действиях против Российской Федерации. Мы поняли, что политика всех наших стран очень совпадала. И это, я думаю, хороший сигнал о том, что мы принимаем жесткие решения, что мы также осторожны, что мы будем помогать Украине, насколько это возможно. Но мы также избегаем большого конфликта между Россией и НАТО. США, Великобритания, Япония и Канада объявили о намерении запретить поставки российского золота. По оценкам Вашингтона, новое эмбарго должно лишить Москву доходов на почти 19 миллиардов долларов в год. Канада ввела новые санкции в отношении более 80 физических и юридических лиц, связанных с незаконным вторжением. И по согласованию с США, Великобританией и Японией введут запрет на ввоз некоторых золотых изделий из России. Франция заявила, что готова поддержать ограничения на поставки нефти и газа при условии, что союзники помогут в переговорах с другими экспортерами. США заявили о предоставлении Украине современной системы противоракетной обороны средней и большой дальности и необходимых боеприпасов, а также введение новых санкций в отношении российских компаний. Заявление G7 по Украине подготовили на 6 страницах. В разделе о санкциях было отмечено, что страны семерки продолжат их использовать и будут действовать согласованно и единогласно. Свободная, независимая, суверенная страна, такая как Украина, не должна подвергаться насильственному вторжению и не должна изменять свои границы силой. И последствия того, что происходит для мира, тяжелые. Но цена отступления, цена позволения Путину добиться успеха, отрубить огромные части Украины, продолжить свою программу завоевания, эта цена будет намного, намного выше. И все здесь это понимают. Все это аналитики называют коллективным сигналом, который лидеры стран Большой Семерки дали президенту России Владимиру Путину. Самым важным заявлением в сегодняшнем коммюнике Большой Семерки было заявление о долгосрочной устойчивости. Мы будем продолжать поддерживать Украину практически столько, сколько потребуется. По мнению экспертов, это лишь предварительные итоги саммита и лишь некоторые договоренности. Не исключено, что конкретные решения, в том числе и о помощи Украине, будут приняты после саммита НАТО. Наталья Гусак, Владимир Шенгелов, специально для информационного марафона Freedom. Телеканала UA. Вот давайте мы на самом деле продолжим эту тему. Алексей Ижак, заведующий сектором Национального института стратегических исследований, присоединяется к нашему эфиру. Алексей, приветствуем. Доброе утро. Здравствуйте, Алексей. Хотелось бы поговорить. Ну, действительно, вот в нашем материале мы уже услышали ряд заявлений, которые звучали из уст лидеров стран Большой Семерки. Но я напоминаю зрителям, что проходил саммит в Баварских Альпах. Вот про горы, да, очень много было фотографий на фоне гор лидеров Большой Семерки. И канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что да, саммит Большой Семерки – это хорошо, но горы мы не сдвинем. По вашему мнению, имея уже вот такой вот результат и протокольное решение в финале, да, что все-таки удалось сделать очень важного во время саммита Большой Семерки? Вот очень много кто говорит, что действительно показали эти лидеры, показали монолитность и единение вокруг Украины, вокруг войны, имеется в виду, что, да, против войны Российской Федерации в Украине. Удалось ли все-таки хотя бы немножечко подвинуть горы, то, о чем говорил Олаф Шольц? Ну, их удается двинуть, горы сдвигаются. Тут просто надо понимать, что саммит Большой Семерки – это ж не такой орган, который собрался, что-то решил, ну, скажем, как парламент. Да, это. Но это очень важное собрание. Это, я считаю, самое важное собрание, которое случается в течение года в мире, потому что лидеры ведущих стран, вот самых мощных стран, ну, кроме Китая, скажем, они собираются на три дня, бросают все свои национальные дела –
на 3 дня. Такого больше нигде нет. Они приезжают в одно место и вместе находятся и обсуждают все глобальные проблемы. Так происходит каждый год в течение последних, там, кажется, 40 лет. И действительно, это наиболее мощное место, где, в общем-то, вырабатывается политика. Там не просто решения могут быть приняты какие-то конкретные, но главное то, что принимается, вырабатывается сходное видение, и вот политики разных стран согласовываются и движутся в одно направление. Это гораздо больше, чем, например, неделю назад был саммит БРИКС, который Россия и Китай пытаются подать как более важное мероприятие, чем Большая Семерка. Но этот саммит БРИКС, который был в Китае, он был всего один день, он был виртуальным. Никто там ни о чем реально не говорил. И две страны БРИКС были приглашены на Большую Семерку и провели там с лидерами Большой Семерки вот все эти дни после саммита БРИКС. Это Южная Африка и Индия, да, вот они приехали вот поговорить с Большой Семеркой о глобальных делах. Что главное решили? Главное решили, в сюжете это было, что Украина получит поддержку столько нужно и сколько нужно и во времени, и в пространстве, то есть вот сколько нужно будет, столько Украина и будет получать поддержку в этой войне. Это принципиально. И при этом глобальный курс, который был установлен на предыдущих саммитах Большой Семерки, это зеленый переход, то есть полное изменение экономики мира на новых экономических, энергетических принципах, то есть отказ от угля, нефти и газа, ну уже от угля к 35-му году, от нефти и газа к середине века, и достижение нулевой углеродной нейтральности, ну это то есть чтобы углекислого газа в атмосфере не увеличилось, это все не меняется, это главное, несмотря на то, что Россия создала этот энергетический кризис, создает продовольственный кризис. Вот Большая Семерка решила, они будут продолжать делать зеленый переход, отказываться от нефти и газа вообще. Ну а сейчас они решают, как отказаться от российской нефти и газа прямо уже сейчас. Причем не только... Да, они бы, возможно, изменили эти планы и некоторые отказы отсрочили бы там на год, на два, на три. Но Россия сейчас идет на обострение. Она пытается ограничить поставки газа в Европу уже сейчас, чтобы упредить 7-й пакет, который должен ввести эмбарго на газ в дополнение к эмбарго на нефть, которое уже введено в течение полгода, оно будет действовать. Вот это вот я считаю главное. И последний элемент, который важен, тем не менее, не был забыт Китай. То есть после того, как все эти вопросы будут решены в перспективе, таким же образом выделено 600, ну обозначено, они не выделены, но это согласовано, что 600 миллиардов долларов будет выделено на инфраструктурные проекты, чтобы вытеснить Китай вот из рынков развивающихся стран и уменьшить зависимость этих стран от Китая, их долговую зависимость от Китая. Потому что это Китай делает в течение последних 10 лет, предоставляет кредиты и втягивает страны вот в долговую такую кабалу и влияя на их политику. То есть это тоже не забыто. Вот эти три главных вещи и произошло в замке Эльмау, в Баварских Альпах, очень известное место. Там уже был, кстати, саммит Большой Семерки лет 7 назад. Вот эти три вещи произошли. Несколько детальнее обсудить некоторые заявления. Вот, к примеру, к довоенным отношениям с Россией после нападения на Украину возврата быть не может. Так канцлер Германии Олаф Шольц заявил на саммите G7. И он также подчеркнул, цитирую далее, «Когда ситуация меняется, мы тоже должны меняться. Страны Большой Семерки готовы принимать необходимые решения». Давайте услышим и обсудим. Мы все заверили, что будем и впредь поддерживать Украину в ее защите от России. Эта война нанесла огромный и глубокий удар по международным отношениям. Ранее я уже называл это переломным моментом, ведь после нападения России на Украину все правила, все договоренности, которые мы заключили друг с другом о пути, о сотрудничестве государств, были нарушены. Но надо все-таки понимать, что границы нельзя передвигать силой.
Так вот, мы сегодня говорим в частности об эффективности заявлений, принятых решений на саммите G7. Как вы считаете, насколько это не просто высокопарное заявление, изречение, а на самом деле может привести к конкретным действиям и на самом деле готовы меняться? Эти заявления важны, конечно, но только в контексте. Если мы видим, что все-таки появились немецкие гаубицы, они появились раньше, чем можно было думать, и обещаны новые вооружения, значит, политика меняется более глубоко. Конечно, любая политика проверяется практическими действиями. Вот то, что политика Германии меняется, мы это видим. Все-таки было немыслимо какое-то время назад, скажем, еще полгода, закрыть Северный поток 2. Они все-таки это сделали, как обещали. Казалось бы, невозможно пробить эту стену относительно поставок немецкого вооружения. Они все-таки это сделали. Нельзя преувеличивать эти заявления, потому что когда канцлер Германии говорят, мы должны измениться, он во многом имеет в виду часть европейских элит, которые не хотели как раз меняться, которые не хотели верить в реальность происходящего и в то, что с Россией уже не могут быть отношения, как они были до войны. И прошел определенный этап, и вот теперь это заявляется, они это поняли. Возможно, им это не нравится, что надо что-то кардинально менять и искать новое решение для того, что казалось устойчивым. Но тем не менее, они эти заявления делают, и если на фоне этого предоставляется экономическая помощь, надо сказать, она всегда предоставлялась, Германия предоставляет очень большую экономическую помощь Украине и очень много делает для украинских беженцев, потому что финансирование вот всех миллионов наших беженцев в Европе, это значительный вклад Германии в этом всем. Да, но то, что они поставляют вооружение, говорит о том, что они гораздо более глубоко меняют политику. Ну, просто я говорю о Германии, поскольку это наиболее показательный случай вот такого европейского отношения к этой войне, когда есть сомнения, есть нежелание что-то делать. Поэтому я думаю, в данном случае это заявление, оно чуть-чуть высокопарно, но в целом оно отражает реальность. Давайте мы тогда продолжим. Еще несколько заявлений вспомним, которые звучали уже в результате проведения саммита Большой Семерки. Россия не может и не должна выиграть войну в Украине. Об этом и заканчивается саммит Большой Семерки, сказал президент Франции Эммануэль Макрон. Кроме того, он выразил надежду, что решение ограничить цены на российскую нефть, принятое на саммите, поможет сократить возможности России финансировать войну. Давайте послушаем. Рост мировых цен на энергоносители помогает финансировать войну России. Такова реальность, так что идея ограничения цен очень хорошая. Теперь ясно, что агрессия, развязанная Россией на украинской земле, имеет цель – капитуляция Украины. Это не переговоры. Так что мы будем продолжать санкции против России, мы будем продолжать поддерживать Украину и ее народ, чтобы добиться либо полной победы Украины, либо возможности на условиях, выбранных украинским народом, вести свои переговоры на своих условиях. Там было продолжение. Президент Франции еще сказал, что он надеется, что до конца года все-таки будет конец войны. Но давайте немножечко про нефть, про ограничение цен на российскую нефть поговорим. Вот правительство стран Большой Семерки поручат своим профильным министерствам разработать модель ограничения цен на российскую нефть. В то же время, как рассказал The Wall Street Journal, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, пока нет даты, когда ограничения могут вступить в силу. По его словам, вопрос требует дальнейшей проработки. Единственным важным фактором здесь является то, что это не то, что можно взять с полки в качестве проверенного и надежного метода. Это новый вид концепции для решения новой задачи, а именно как эффективно вести дела со страной, которая продает миллионы баррелей нефти в день. Джейк Салливан, советник президента США по национальной безопасности.
Ну, давайте так будем говорить, потому что действительно, вот как говорит Салливан, необходимо, чтобы проработан был этот процесс. Но мы можем уже утверждать сегодня, что тема ограничения цен на российскую нефть не просто действительно вот декларативно была заявлена в Баварских Альпах, а что на самом деле этот процесс пошел уже в практическом поле, он будет решаться. И я не буду говорить, мы не будем прогнозировать, когда это может произойти, но ограничение цен на российскую нефть, такой процесс возможен в ближайшем будущем. Можем ли мы так утверждать? Там речь шла не совсем именно об ограничении российской нефти, вообще об ограничении цен на энергоносители. Что касается ограничения цен именно на российскую нефть, ну, де-факто уже с начала войны российская нефть торгуется с дисконтом. Если арабская нефть стоит, скажем, $120 за баррель, то российская нефть стоит на мировых рынках там 80, там огромный дисконт, потому что из-за этих, из-за санкций, которые уже введены, ее просто трудно и опасно покупать. Поэтому россияне ее торгуют с дисконтом. Глобальная проблема, которая решалась на саммите, она связана с тем, что вообще цены на энергоносители высокие в мире. Они высокие в том числе после тех мер, которые были приняты для преодоления пандемии. Была разогнана инфляция. И сейчас в результате вот российского нападения, этой начатой Россией войны и санкций, дополнительный фактор, как дополнительное увеличение цен на нефть. Цены на базовые товары, они ведут к инфляции. И инфляция в мире высокая. Она высока даже в странах большой семерки, и эта инфляция может привести к рецессии. И вот то, что сейчас решается, вот в чем проблема. Если наступит рецессия, то цены на нефть, они сами по себе упадут. Так всегда бывает, и они там до нуля, может быть, упадут. Но это не может быть политической целью. Рецессия – это всегда более низкий уровень жизни в развитых странах. Поэтому надо, чтобы обуздать инфляцию, надо каким-то образом ограничить глобальные цены на нефть. Сделать это можно двумя путями. Чтобы Саудовская Аравия заместила российскую нефть, и чтобы Катар заместил российский газ. Они могут это сделать, но не прямо сейчас. Саудовская Аравия не очень сильно хочет это делать. Катару надо просто несколько лет, чтобы заместить российский газ на мировых рынках, нарастить производство. Но Россия идет на обострение уже сейчас, поэтому проблему надо решать уже сейчас. И вот большие надежды, что этим летом Джозеф Байден съездит в Саудовскую Аравию, все-таки уговорит увеличить добычу нефти так, чтобы заместить российскую. А если не получится, то не получится. И вот появилось такое французское предложение. Оно говорит, оно в следующем состоит. В принципе, когда-то была попытка в 70-е, когда было первое большое нефтяное эмбарго в результате арабо-израильских войн. Тогда была эта идея, но она не была реализована, она не получилась. Идея в том, чтобы ограничить цены глобально на энергоносители. Как бы создать картель потребителей. Вот есть ОПЕК, картель производителей нефти. Они согласуют цены, по которым они продают нефть. А если собрать страны, которые покупают нефть, основных потребителей, а большая семерка – это основные потребители, и сказать, вот у нас картель, мы не будем просто административно, мы не будем покупать нефть дороже, поэтому забирайте, у нас есть резервы, забирайте и попробуйте хотя бы месяц прожить без нашего рынка. Вот примерно такая идея. Ну вот Америка сомневается, это в принципе правильно, потому что сейчас это уже сделать очень трудно, потому что надо согласовывать эту политику с Китаем, например, с Индией. И вот большая семерка прорабатывала этот вопрос, ну, вот создание картеля потребителей энергоносителей. Надо вот привлечь Индию, она была привлечена, ну и надо, самое главное, договориться с Китаем. Поэтому вот и прозвучало это заявление, что надо бы вопрос проработать. Но опять же, что важно, ограничение, вот это французское предложение, ограничение цен на нефть путем такого картельного соглашения потребителей нефти. Это не единственный способ решения этой проблемы. Прорабатываются и другие способы. Я упомянул об этих способах. Визит Байдена в Саудовскую Аравию, вообще на Ближний Восток, с попыткой увеличить производство нефти. Потом открытие все-таки резервов, нефтяных резервов, которые уже предприняты Соединенными Штатами. Ну и третье,
третье, это вопрос может решиться сам собой уже, ну, в перспективе полугода, если начнется глобальная рецессия. Тогда цены на энергоносители просто упадут, и Россия вот лишится еще части своих доходов просто автоматически в результате той ситуации, которую она сама создает. Я хотела в завершении нашего с вами разговора, если можно коротко, просто не могу об этом не упомянуть, агентство AFP опубликовало видео, где лидеры Большой Семерки, ну, скажем так, несколько подшутили, посмеялись над образом Путина на той известной всем фотосессии с голым торсом на коне. Вот как вы считаете, по общему настроению, есть ли понимание, остались ли страны, которые все еще хотят сохранить лицо Путину? Ну, вообще, если буквально смотреть те цитаты, которые звучали и говорились, очень многие цитаты мы услышали в российской интерпретации через российскую СМИ, которые то, что было переведено на украинский вот таким вот длинным путем. Никто никогда не говорил о сохранении лица Путина из больших лидеров, вот именно буквально именно так. Возможно, Шольц что-то сказал, но Макрон точно этого не говорил. Речь шла о том, что вот не надо бы унижать Россию сильнее, чем Германия была унижена после Первой мировой войны. И тогда действительно возникла ситуация, что к власти пришел Гитлер и стало еще хуже, потому что слишком были сложные условия для Германии. Но что касается самого Путина, я думаю, для некоторых вот присутствующих на саммите Большой Семерки это далось трудно. В частности, возможно, лидеру Германии, возможно, это далось трудно, но они это все-таки осознали этой шуткой, что с Путиным, ну, лично с ним, они же люди это птицы высокого полета, они не будут хамить или каким-то образом вести себя так, как ведут себя российские элиты на телевидение, и даже российские чиновники, они не будут говорить таких слов, но они послали этот сигнал, что Путин им больше не равня. С ним не может быть разговоров, его не будут оскорблять и унижать, но с ним не может быть разговоров о будущем, с ним не может быть соглашений о будущем, с ним может быть решение только текущей войны, вот как с любым авторитарным лидером, решение каких-то текущих вопросов. Но с ним никто его уже вот так вот не пригласит в Альпы, чтобы поговорить о том, как будет совершаться зеленый переход в течение ближайших 20 лет. То есть это абсолютно то, точно, к сожалению, имеем ограниченное время в эфире. Алексей Ижак был с нами на прямой связи, заведующий сектором Национального института стратегических исследований. Я надеюсь, что еще мы также обсудим много интересных тем в последующих эфирах. Ну что, будем мы продолжать тогда, да? Беспрецедентная поддержка Украины со стороны стран Большой Семерки свидетельствует о том, что участники саммита четко видят связь между войной в Украине и кризисными явлениями в других регионах планеты. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Он отметил, демократический мир прилагает все и максимум усилий, чтобы поддержать Украину, наказать Россию за агрессию и минимизировать глобальные последствия этой войны. Давайте услышим. Страны «семерки» будут поддерживать и усиливать санкционное давление на Россию. Страны «семерки» поддерживают международный план восстановления Украины и программу ее реконструкции. И, наконец, последний пункт, на котором я хочу остановиться отдельно. Страны «семерки» готовы присоединиться к созданию системы постоянных гарантий безопасности для Украины, усилению ее устойчивости и предотвращению попыток повторной агрессии со стороны России. Добавлю, что по словам Андрея Ермака, продолжением заявления на саммите Большой Семерки станет и конкретная реализация. В частности, ожидается создание стратегической группы для улучшения координации обеспечения украинской армии. В нее войдут представители Министерства обороны, Генерального штаба Украины, а также военных штабов США, Великобритании и других стран-союзников.